7 февраля, спустя полтора года после презентации клипа «Берега», Макс Барских возвращается с одним из самых масштабных киноклипов, снятым за последнее время в Украине, видеоманифестом, в котором выступает против социальных суждений и призывает зрителя к свободе самовыражения. Клип «Лей, не жалей» вдохновлен Studio 54, который в свое время был вызовом общественным нормам и шаблонным мироощущениям. Под крышей этого заведения собирались самые яркие звезды, идолы 80-х от Энди Уорхола и Майкла Джексона, Дональда Трампа и Дэвида Боуи до простого посетителя. Путевкой в этот клуб была смелость, яркость и неординарность. Следуя главной идее клипа, новое видео Барских соткано из кино цитат культовых фильмов с графикой эксцентричных блокбастеров 90-х, которые вдохновляют артиста с самого детства. Для того, чтобы создать праздничную феерию в новой видеоработе Макса, Алану Бадоеву понадобилось 40 человек актеров, более 50 костюмов, 200 квадратов декораций, пиротехника, акробатические трюки, пневматические разрушения, 40 часов съемки и бюджет в $180 000.